Итак, ребят, сегодня у вас будет нянька, и она будет добрая. Ура! Ура! Итак, ребят, но при одном условии, если вы будете хорошо себя вести, и от няньки не будет никаких жалоб, я вам куплю конфетку. Я хочу сосательную. И я. Да. И я. Я и, потом мне, узнаю. Мне яблочную. Я потом узнаю у няньки. Если хватит на жалоба, никаких конфет. А вместо конфет будет ремень. До свидания. Мне все равно на ремень. Конфет. Она, наверное, будет добрая и давать нам много сидеть в телефоне. Ну да, а я думаю, что она будет очень-очень красивая и ходить с нами очень далеко. А я думаю, что она будет давать нам конфеты много. Давайте ждать. Давайте. Няня, здрасте. Здрасте. Недоброе утро вам. Я няня из ада. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. А я даже не сказала свое имя. Меня зовут Лариса. Ладно, пойду. Вы из ада? Пойду. Лена, она красивая, с бородавкой, к тому же. Прыщами. Ну, это что я нашла в холодильнике. Вот вам. Поршень отдох у стиральной машины. Ах ты, гадина, какая! Я буду есть! Не лжи! Нет, я так есть не буду, и ты, Даник, не будешь. Ваше первое наказание! Весь день, пока есть телефон. Эй, это мой! Да, ну все, я пошла. А с вашим телефоном можете попрощаться. Эй! A few moments later. Окей. Вот вам. Прям. Четко все идет. Молодцы, ребятки. А вам, пожалуйста, нет. Тебе, девочка. Твоя задача. Не хочешь? А ты сейчас леча получишь. Давай. Не буду мяться. Джо, я перезвоню. Вы хотите, чтобы я сейчас нажаловалась маме? Что? Так! Если ты сейчас не возьмешься за ладно, ты сегодня работаешь. Спи. А я? Ну, ладно, хорошо, спите. А на сон у вас есть? Час. Целый час сна, ура! Алло, Джо, так что там по средству? Не буду брать это оно! А ну-ка тихо. Джо, я перезвоню. Подожди. Вы что, совсем обалдели? Режим мама и сада включен. Режим включен. Сейчас я звоню, прощай, маме. А я что сделал? Капец вам. Тебя, девочка, я больше нажалуюсь. Кажется, папа точно. Людка, привет. Я не справилась с этими дикарями. Серьезно, они мне получат или у меня сегодня? Ну все. Ладно, хотите еще жалобы? Окей. Людка, ну слушай, нереально. Ну прости, не справилась с этими дикарями. Но сейчас я хочу тебе рассказать одну информацию. Идем подальше, Людочка. Итак,
они. Нас украсили пол. Тебе жить. Поэтому, Людочка, пожалуйста, покажи их по-хорошему. И все. Итак, Мадалия. Мама. Есть, мама. Сначала я вам скажу слова. Какая ты все-таки нормальная. Какая ты все-таки нормальная. Ну все. Ва, сейчас будет. Троих. Обоим. Какой ремень? А что ты троих? Сладость. Все. Жизнь. До конца жизни вы не будете есть сладости. И сегодня время началось. Неделю без сладкого. Спец, значит. Доброе утро, мир. Сейчас 7 утра. 1 сентября, а вообще-то сегодня. Мам, я много того хочу к себе. Да? Дайте-ка мне плодик свой. Ничего не понятно. Ладно, сейчас принесу термометр. Тише. Ладно, разбила. Может, замерить температуру этим? Я же знаю, я же была в школе гинеколога. Ага. Ага. Итак, мои дорогие, что вы врёте? Не хотите? Хорошо. Ладно. Но вы все равно будьте на моей стороне. Никуда вы от меня не уйдете. А мы даже не собирались. Лариса, приезжай. Не тут, а там. Недоброго утра вам! 1 сентября! С вами, ребята, и мои подписчики, няня из ада! Мы решили сейчас на домой поиздеваться и включить свой телевизор. Я сплю! Это переходит за границу! Я сплю! Я сплю! Люся! Вот пойдет тоже! А я сплю! Люся, можно тебя кое-что сказать? Сегодня они позвонила Лариса, а сказала, что вы не болеете. Температура 36,6. Итак, Наталья, если вы сегодня не могли себя хорошо вести, дай, ты. Что на твоего? Ты? Нет! Ты в садик. Лариса, привет! Слушай, мои детки снова в этом скандальстве! Приезжай! Я в деле! Ну, во что играть будем? Не знаю.
Недоброе утро вам! Вот танцем! И Хмельнит! Она все-таки думает. Хмельнит, это ты тут у нас тот самый любитель? Ладно вы, астероиды опасности, пойду я кинчик гляну. Извините, фильмов нет, потому что вы пирожок ни с чем. В смысле, я пирожок ни с чем? От этого кино дурацкого ничем не уймешься. Пойду лучше голову помою. Думаю, клиент будет очень рад своей посылочке. Интересно, а что это мне прислали? Я еще ничего не заказывал. Ну, сейчас проверим. Что? Телефон, Samsung. Ну-ка. Теперь точно мой канал Дро будет еще активнее. Блин, нужно срочно записать мое первое видео. Так. Привет, мои любимые. Сегодня мы с вами Дро, и сегодня я купил новенький телефон. Это Samsung. Я думаю, с этим телефоном я наберу как можно больше подписчиков и много лайков. Ну и тоже подписывайтесь на меня, чтобы вы видели таких же больше видео с моим телефоном. А хотя зачем мне этот аппарат? Отправлю лучше своим друзьям из деревни. Им он точно понравится. Даник, Илона и Рома будут в зависти от меня. Какая прикольная посылочка. Это кому? Данику и Роме. И Роме от Саши. Ребят, тут какая-то вам посылочка пришла. Говорят, от Саши. Сейчас проверим, что тут за посылочка. От моего давнего друга. Что это такое? Сила! Прокручу запись. Вау, эта штука.
могла бы его? Не что-то записано, надо посмотреть. Как много телефона. Блин, надо скучно записать наше первое видео. Привет, ребят, с вами я, Рома, и мой друг Даня. Всем привет. Сегодня мы будем учиться, как правильно одеваться. Ну, вы подписывайтесь, а мы начинаем. Смотрите, когда противник стоит ничего не делает, набегайте на него. Если вас согласит, берите боковую в живот. Если у вас отняли руки, выключите и сложите подъемы. Если у вас заново закрыли руки, преподам урок. Сейчас они точно попущат своим аппаратом. Thank you.
Алис показала, что она может. Я Лариса, самая злая нянька на свете, потому что это моя работа. Злая нянька, потому что я няня-няня, няня из ада, 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 няня из ада, ада. Я няня из ада, ада. Это самое слое место на черном-черном свете. Если ты злая, то это понятно, что ты чистый кандидат на ад. Мама говорит, это тоже показатель. Людка у них самая злая няня-ня, мама. Мы с ней как чистые подружки вместо зли. Этих трое-трое. Я няня из ада. Я няня из ада. Адская няня-няня.